Всем привет! С вами канал Art Mania. И сегодня посудомоечная машинка моя, Медея Мини, показала, что у нее загорелся индикатор соли. То есть ей нужна соль. Вот она вот. Вот так это выглядит. Когда я включила, он мигал. Сейчас уже не мигает. И давайте же ей засыпем эту соль. Так, засыпать мы будем вот туда. Открываем. А там водичка потекла. Как много. Вытекает, ручейки такие. Так, у меня обычная соль вот такая, вот специальная для посудомоечных машин. Ее мне, наверное, пол пакетика хватило на 18 моек. То есть она на полмесяца. И засыпаем. Ну вот и все. Индикатор гореть перестал. Осталось у меня где-то вот столечко. Ни туда, ни сюда называется. Потом, скорее всего, я досыплю. И все, ее там уже достаточно. По окружности собираем, туда ложим и закручиваем. Она сама там растворится. Оп, и все. Все, видите, проверяем. Индикатора нет. Водичку я уже налила. Сейчас поставлю посуду и буду мыть. Надеюсь, что вы все поняли, куда нужно засыпать соль. Но, видимо, пачки соли 3 килограмма, наверное, мне кажется, хватит мне на полгода точно. Так что можно особо не закупаться при каждодневных не стирках, моек. Всем спасибо за просмотр. С вами был канал Art Mania. Подписывайтесь, ставьте лайки, пишите комментарии. И всем пока-пока. Смотрите, кстати, посмотрите обзор на него. Он прям был такой доскональный. Будет в конечной заставке. Всем пока-пока.